Добрый день, страна! С вами Юрий Бажан, и сегодня я вам расскажу про лампу с абажуром в стиле Тиффани. Ну, что я вам хочу рассказать? Первый блин кому. Это моя первая лампа в этом стиле, и куча ошибок я совершил. Во-первых, я вообще хотел сделать основание сегментным. Сегментным, красивым. Но проблема была в том, что я не совсем представлял, что у меня получится с абажуром, как это все будет выглядеть. И поэтому я сделал основание цельным. Это цельное основание, тут три породы. Внизу лок серебристый, дальше идет акация и яблони наверху. А, еще карагач сверху. То есть там целая куча всяких пород, там что было под рукой, в общем, то и сделал. И сделал достаточно быстро. Давайте смотреть как, а потом расскажу, в чем, собственно говоря, мои все ошибки. Любой проект нужно начинать с чертежей. Ну, можно говорить про чертежи прям подробные, а можно говорить просто про эскиз. Это, конечно, безусловно, эскиз. И как он делался? То есть берется абажур, снимаются с него размеры и вычерчивается вот здесь вот сам как бы себе абажур. Затем начинаются технические решения. Трубка будет проходить насквозь сквозь лампу, и здесь фиксироваться будет патрон там с лампочкой, да? Каким образом абажур будет крепиться? С помощью вот этого устройства. Вот такая вот фигурина, которая будет вот здесь держаться на патроне и прижиматься, соответственно, к... Что-то не отваливается уже. Прижиматься, соответственно, к дереву. И на ней уже будет висеть абажур. Вот через отверстие в абажуре вот все это будет выглядеть примерно вот так. Здесь будет фиксироваться. Я единственное, что потерял сейчас футболку резьбовую. Не знаю, как будет сейчас фиксироваться, куда она делась у меня. Но пока пусть так висит. Вот. И сейчас мне предстоит все это дело выполнить. У меня есть несколько трудностей. И первая трудность — это сверление насквозь вот этой детали. То есть, чтобы трубку пропустить, мне придется все детали сверлить. И вот эта деталь стойка. Как бы можно попробовать просверлить вот таким длинным сверлом. Но вероятность того, что уйдет в сторону, будет очень высокая. Я буду сверлить тогда с двух сторон вот так. И вот так. Ну, наверное, все, что я вам хотел сказать, я сказал. Вот детали, из которых я буду точить. И сейчас я точу, и потом еще поговорим.
То есть, чем я накосячил? Ну, во-первых, конечно, в сборке абажура. Вот вы сейчас смотрите на эту лампу, она красивая, пипец, да, то есть на фотографиях особенно. Это от чего происходит? От того, что некоторые люди очень умело фотографируют некоторые дела, да? И поэтому как бы все так красиво и замечательно. На деле все это немножко не так, не так красиво, не так хорошо, и хотелось бы, конечно, чтобы все это было лучше. Но поделать тут ничего уже не поделаешь, потому что, ну, что, дело сделано. И косяки мои не в деревянной части, а вот в металлической. С металлом я не привык работать, и вот тут началось, я решил сделать там верх абажура свой. Вот неправильно это сделал, надо было сделать так, как делают все остальные люди. Но с другой стороны, на ошибках учатся. И это моя первая лампа, я вот не собираюсь останавливаться, я собираюсь сделать еще несколько штук. Вот, и что смогу вам сказать, братцы? Просто так ничего не бывает. Сидя на диване, ты ничего не сделаешь. Надо пробовать, 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 экспериментировать. Вот. А я с вами прощаюсь. С вами был Юрий Бажан. Приезжайте ко мне учиться, читайте мои книги. До свидания, страна. Вы хотите построить или собрать свою столярную мастерскую. Вы втыкаете во все столярные форумы, вы смотрите столярные видео, вы делаете миллион разных всяких запросов к миру, да, и он вам как-то отвечает. Вы ходите в магазины, там, на выставки и смотрите все оборудование, и это все очень хорошо. Но вот в этой книге, которую я для вас написал, «Современная столярная мастерская», все разложено по полочкам. От А до Я. Вы покупаете эту книгу, читаете, и все вопросы у вас уходят. Очень вам рекомендую. Вы работаете с деревом. Вы работаете руками. Может быть, даже не с деревом, просто вы работаете руками, а денег у вас мало. То есть, что можно сказать по этому поводу? Вы что-то делаете не так. И вот я, добившись успеха, да, на столярном поприще, написал для вас вот эту книгу «Бизнес столярки». Вот если у вас мало денег, вы много работаете, а денег мало. Вам надо обязательно ее купить и прочитать, потому что вы просто что-то делаете не так. Купите, прочитайте, все изменится. Специально для токарей по дереву я написал вот эту книгу, двухтомник «Токарное искусство». И вот вы знаете, вот такая же книга, ну, книга, посвященная тому же вопросу, в последний раз в России выходила 129 лет назад. Это, ну, согласитесь, давно, да? А вот такой книги на русском языке вообще никогда не выходило. Так что, братцы, увлекайтесь точением древесины, купите вот эти две книги, и будет вам счастье. И это также отличный подарок токарю по дереву.